Педагогов школ Тверской области приглашает войти в команду учителей будущего президентская платформа «Россия – страна возможностей». Конкурс «Учитель будущего» проходит при поддержке Министерства просвещения. Участие могут принять все желающие учителя тверских школ – и опытные педагоги, и новички. Зарегистрироваться на конкурс и ознакомиться с правилами участия можно на сайте teacher.rsv.ru. Срок приема заявок до 31 декабря 2019 года. Не каждому человеку, да и не каждому учителю удается завладеть вниманием современного школьника. Стать тем человеком, к мнению которого прислушиваются. И в наших руках сделать так, чтобы они стали достойными гражданами нашей страны. Учитель должен быть примером, постоянно стремиться к развитию, изучать что-то новое. Учитель – это часть команды. Как минимум – команда своей школы. Как максимум – система образования всей страны. Мы постарались максимально учесть все идеи, пожелания, предложения педагогов. Именно поэтому идеология и философия конкурса, в котором я призываю вас всех участвовать, направлена на командную работу.